Приветствую вас на канале Банковский. Сегодня мы поговорим о том, как войти в личный кабинет банка открытия. Для начала рекомендую зайти на сайт банка открытия и уже оттуда заходить в интернет-банк. Почему так? А не, например, написать в поисковой строке того же Яндекса, там, например, интернет-банк, банка открытия. Ну, в принципе, так тоже можно, но есть риск попасть на сайт мошенников, да, которые вам подсунут ссылку, не ту, которую надо, да, и вы, соответственно, сольете им данные. Здесь есть в правом верхнем углу кнопочка «Интернет-банк», нажимаем на нее. И, соответственно, из выпадающего списка выбираем «Для частных лиц». Далее система нас перебрасывает на стартовую страницу, да, личного кабинета. Здесь нужно ввести логин и пароль, которые вы, соответственно, получили при регистрации. После того, как мы ввели логин и пароль, мы нажимаем кнопочку «Войти». И далее, соответственно, система нас попросит ввести одноразовый код из SMS-сообщения, которое приходит вам на телефон. То есть нужно это сделать быстро, в течение 2 минут. Код состоит из 4 цифр. После того, как вы вводите, да, этот код, если он правильный, то система сразу же отправляет вас в личный кабинет, и, соответственно, вы уже находитесь там. То есть можно совершать любые действия, необходимые вам, ну и, соответственно, пользоваться, что называется, интернет-банком на всю катушку, да? Вот, собственно, все, что мы хотели рассказать. Если у вас какие-то вопросы возникли, пожалуйста, пишите комментарии, мы с удовольствием на них ответим. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам хорошего.